и уступили беде со счетом 2-1. Так что пока на последнем месте любители, ну а Millennium делит с тремя топорами второе-третье места, соответственно. Что до турнирного положения этих команд в своих непосредственно лигах, то любители, я думаю, как вы многие знаете, идут на втором месте в первенстве высшего дивизиона Юго-Западной лиги. Там, конечно, три звездочки умотали далеко и надолго, но за второе место борьба там разворачивается нешуточная. Пока что в первую очередь между любителями и ударом, но там и другие команды тоже готовы догнать и перегнать, что называется. Любителям, ну а Millennium, соответственно, играет в Юго-Восточной премьер-лиге, и там пока вторую строчку занимает. В атаке Millennium подача. Или это был удар, сложно сказать. Мяч довольно-таки на небольшом расстоянии от дальнего угла прошел, мог и зайти теоретически, но контролировал все голкипер команды любители. Пас в центр. Перехват. Ну и пока выйти из обороны не получается. Зиновьев. Пас в центр, еще дальше. Но здесь бороться можно, и ошибка в передаче, но успевает свою же оплошность прервать, оплошность свою исправить. Голкипер команды Millennium. Пас вперед и вынос. Здесь удастся зацепиться за мяч. Богачев это делает. Пас дальше, правда, не проходит. Центр передача. Здесь попытка развернуться. Шендрик выбивает мяч из-под ноги у него. Из-за боковой. Перепасовка в центре, заброс вперед, но здесь не на кого скидывать, тем не менее. Неплохая скидка получилась. Здесь такая жесткая довольно борьба остается с мячом. Команда в желтом, оранжевых таких цветах. И зарабатывает аут. Лукин пошел его исполнять. Быстро здесь вот мяча. А вот это неплохо. Можно было пробить. Вместо этого вынос подальше. Выносит мяч. Каким миллениумом. Тяжелая, конечно, ситуация сегодня у тех, у других составом. Практически без замен они играют. Сейчас, наверное, состав огласим как раз в этой паузе. Состав команды любители на эту встречу. Олег Белокопытов в воротах. Дальше 17-й Андрей Георгиевский. 27-й Никита Зиновьев. 15-й Иван Лукин. 55-й Марат Мустафин. 3-й Владимир Нетыркин. 8-й Сергей Суфляев. 12-й номер Михаил Чериков. 4-й Евгений Шендрик. Таков состав. Любители, я Millennium. На эту встречу вышел в таком. Вышел там в другом сочетании, а заявился в таком сочетании. В воротах команды Степан Якунин, 39 номер, капитан команды. Дальше 9-й Юрий Алексеев, 10-й Алексей Богачев, 11-й Леонид Грешнев, Тимур Исмаилов, 15-й. Пока в атаке была команда Millennium. Павел Кирьянов, 21-й, Денис Лебедев, 5-й, Георгий Маслов, 8-й, Александр Мураховский, 14-й, Алексей Попов, 13-й и Александр Филин под 4-м номером. Штрафный удар. Любители исполняют. Заброс вперед. Неплохо, но на индивидуальном мастерстве все-таки не получилось пройти двоих сейчас Лукину. Голкипер забирает этот мяч и подальше его выносит.
Удастся ли зацепиться? Нет, не получается. Слишком тяжелый для обработки мяч оказался. И любители вводят мяч в игру. Но, правда, теряют его. Попов. Неплохо. И Попов обратно мяч получает. Передачу от Лебедева. Прострел. Не коснулся мяч никого, судя по всему. И так просвистел вдоль штрафной площади. Никто не сумел подправить этот мяч. Миллениум, смотрите, как высоко встречает. Активно не дают выйти из обороны в атаку. Перехватывает мяч. Попов, центр, неплохой пас. Лебедев, снова на Попова. И перевод на левый фланг. Попытка здесь в обыгрыш пойти. Удачная попытка. И фол на подступах штрафной. Сбили Филина. И опасная точка. Не знаю, бить отсюда или разыгрывать. Даже розыгрыш, может, поинтереснее смотрится. Под удар куда-то в район центра штрафной. Ну, посмотрим, что сейчас, какой путь, какой вариант изберут игроки Миллениума для розыгрыша этого стандарта. Точка хорошая. Судья активно рассказывает стенке, как им нужно действовать. Как можно, как нельзя. Свисток. Да, розыгрыш. Передача на Попова, но тот, не знаю, думаю, ожидал все-таки передачи. Пас не очень удобный для него пошел. И ударить не удалось поворотом. Вразумительно. Перехват. Здорово в отборе сейчас действует Алексеев. Хороший перевод. Но мяч снова перехвачен. И контратака. Опять в одиночку движется Лукин. Одного обыграл, но дальше подстраховка. Подстраховка, конечно, пока что решает все. Ничего не удается в атаке любителям придумать. Ух, жесткий стык сейчас. Но все в порядке. Мяч остается под контролем любителя. Удар по воротам. Не доходит мяч до ворот. Зиновьев прикладывался. Ну и вновь голкиперу мяч приходит. Любители тоже выдвигаются вперед большим числом, но это прессингом назвать трудно. Так, обозначают скорее. Но вот здесь уже в центре поля поактивнее вступают во двор и мячом овладевают. Пас назад. Вот это опасный перевод мяча, и можно сейчас было на контратаку нарваться, если бы чуть поактивнее как-то действовал игрок Миллениума. Это был Павел Кирьянов. Можно было что-то поинтереснее извлечь, но все равно извлекли штрафной. Тоже неплохо. Штрафной удар. Да, точка, конечно, далекая, но можно и бить отсюда, и подавать. Можно разыграть, как в предыдущем эпизоде. Но, наверное, все-таки будут подачу исполнять. Маслов от мяча отошел. Оставил его партнеру. Лебедев. Разбег. Удар. Хороший удар. И спасает свои ворота голкипер любителей. Олег Белокопытов. В своих традиционных очках выступающий. Угловой. Угловой. Практически вся команда. Вся команда сейчас любителей в своей штрафной находится. Прострел. Не опасно. Из-за боковой. Заброс вперед. Здесь подбор не удается забрать. И в атаку. Попытка убежать. Вместо этого едва не привозят любителя беду на свою голову. Неприятно все это было.
для них, полагаю. Ну и вновь здесь борьба на фланге. Маслов мяч забирает. Дает направо. Перехват. Вот это неплохо. Хороший сейчас дриблинг от Зиновьева. И пас назад. Алексеев начинает атаку. Ну, Алексеев с мячом, на него выдвигаются партнеры. Но не отдает он передачу. Снова заброс, и снова не очень удачный. Жесткий стык Маслов. Все-таки мяч для своей команды сохранил. И справа совершенно один партнер, но последует еще дальше момент. И можно забивать первый мяч. И нет, это не пенальти. Удар от ворот, но это было опасно. Очень и очень опасно смотрелось. Хотя мне лично еще опаснее смотрелся бы пас на Кирьяна. Если бы тот пошел, тот-то уж совсем один находился. Жесткий стык, но в рамках правил. Остается мяч в игре. Пас назад. Вводит мяч голкипер Миллениума в игру. Маслов. Филин. Снова Филин с мячом. Здесь по бровке пытается пройти, но там совершенно нет пространства. И мяч он в итоге упускает за пределы поля. Да, равная у нас игра, практически без моментов. Мало что получается у тех, у других в атаке. Ну и двойная замена проходит тем временем. У Миллениума появляются Мураховский под 14 номером и Измаилов под 15. Неплохо. Получает мяч Кирьянов, одновременно получая по ногам, но судья фол не фиксирует, потому что мяч у Кирьянова остался, а дальше он его потерял. И нужно бежать назад. Сейчас Зиновьев налево. Хороший пас. Что дальше? Обыгрыш во фланг, но здесь здорово. Маслов в отборе, и тут уже даже, по-моему, двоих сбивает. Шендрик. Не знаю уж, какой из двух эпизодов арбитр идентифицировал как фол, но, в общем-то, это без разницы совершенно. Штрафной он и есть штрафной. Далекий заброс вперед. Неплохо. Хороший прием мяча. Мураховский. На Попов. Попов еще дальше. Здесь так вяжут, я бы сказал. Ух ты! Вяжут, не вяжут, но здорово сейчас вышел Кирьянов из-под этого давления и пробил с левой, но спас свои ворота сейчас Олег Белокопытов в таком кошачьем прыжке, переведя мяч на угловой. Стандарт в исполнении Миллениума. Снова ни к чему не приводит. Еще одна попытка на сервисе за боковой мяч ввести. Какая-то пауза у нас возникла. Второй мяч берут игроки для ввода в игру. Снова заброс в штрафную. Такой безадресный, просто в направлении. Перехвачен он. И опасная может получиться контратака у любителей. Опять один против четверых, оказывается. Лукин затянул он в начале этой атаки, а дальше уже его накрыть успели. Пас на фланг. Один вновь против двоих здесь Кирьянов. Он уже разбирался минутами ранее в подобной ситуации. Сейчас также удачно не получилось. Но мяч сохранил. Снова он с мячом. Опять же некому отдать, но мяч сохраняет для своей команды. И будет водить его из-за боковой. Но уже не он, судя по всему, кто-то из партнеров. По-моему, Филин направился это делать. Ну и вновь заброс штрафную, не на кого забрасывать, поэтому на ближнего сыграно. И с Поповым разыграли, да. Снова Филин на Попова. Попову нужно разворачивать, мне кажется, шире.
Тут совершенно нечего мельчить. На этом углу поля удар поворотом не получается. Акцентированным у Алексеева уходит мяч выше. Заброс вперед. Никого здесь нет. Алексей должен спокойно мяч забирать. Ну и вновь он с мячом. Не на кого отдавать. Тут только на ближнего. На партнера Маслов. Хороший пас. Неплохо корпусом закрывает. Пас назад Алексееву. Алексеев тут уже выдвигаются на него вдвоем. Нужно побыстрее с мячом расставаться. Маслов. Ну, а этот пас уже не проходит. Ну что, любители что-то придумывают в атаке или нет? Нет, наступает на мяч игрок любителей и, теряя равновесие, теряет, соответственно, и мяч тоже. Правда, быстро его любители под свой контроль забирают. Надолго ли? Посмотрим. Пас вперед. Маслова, по-моему, сбивают, но мяч остался у Миллениума, поэтому судья игру не остановил. Маслов возвращается на свою позицию в центре обороны. И как раз вовремя это делает, потому что через эту зону сейчас пойдет атака, судя по всему. Любители в атаке. Неплохой пас придумали. Маслов свечу зажигает. Кому мяч переходит? Приходит к Миллениуму, но достать его не удается. Будет аут. Чериков. Назад передача. И Бобровкин. Шендрик. Мяч теряет и пытается здесь вывести его из игры. Таким образом, игрок Миллениума, но на нем правило нарушено. Штрафный удар, быстрый розыгрыш. И забегание там от Мураховского, но его не видят. Передача идет на Кирьянова. Дальше Маслов. В основном через него все атаки начинаются. Снова он с мячом. Попов. Снова Попов с мячом. Там Алексеев есть, но Попов предпочитает пробить. Неожиданное решение. И мяч, коснувшись кого-то из игроков любителей, ушел в аут. Маслов. Неакцентированный пас. Здесь Маслов проигрывает воздух. Зиновьев забирает мяч, неплохо, но опять же здесь три игрока соперника на пути и ни одного партнера параллельным курсом не движется, поэтому неудивительно, что мяч сразу же отдают любители сопернику. И в атаке Миллениум. Пас по бровке не очень точный, но аут заработать удается, пожалуй, максимум в этом эпизоде. Перехват. Не оставляет никого. Не оставляет нападающего любителя. Они, по сути, вообще без форварда играют. Практически всей командой назад возвращаясь. Когда дело доходит до собственных атак, то так закинуть не на кого. Мячи все, потому что обороняются. И это, конечно, создает проблему именно в созидании. В Вороне пока все, худо-бедно неплохо. У любителей в эти первые 20 минут встречи. У нас тем временем уже 10 минут с половиной до конца первого тайма осталось. Моментов очень-очень мало, можно вспомнить. Практически их не было. Опасных так и вовсе, наверное, не довелось нам в этом тайме увидеть. Но все еще, я думаю, впереди в этой встрече. Пока такая тактическая борьба, но гол может эту игру раскрыть. Другое дело, случится ли этот гол по такой игре. Я думаю, голов мы много не увидим. Если увидим вообще. Заброс вперед. По-моему, игра рукой была, да. Считает арбитр.
Или же нет. Или же он фол. Да, он считает, что Маслов правила нарушал до этого. Это интересно. Я не увидел здесь нарушения со стороны игрока Миллениума, но судья был рядом. Не назначает штрафной. Опасная точка на самом деле. Можно отсюда пробить. Подходит к мячу Евгений Шендрик. Четыре игрока Миллениума в стенке. Ну вот шанс со стандартов. Пока в игре совсем ничего не получается у любителей. Может быть, на помощь придет штрафной. Тут есть, в принципе, с кем разыграть, но я думаю, Шендрик будет бить. Точка уж очень хорошая. Хотя и справа, и слева есть партнеры. Ну, посмотрим. Шендрик бьет поворотом. Хотел низом в ближний пробить, но вот даже видно было, что не попал по мячу. Вот именно как хотел. И мяч так низко свалился с ноги. И ушел довольно прилично в сторону от ворот. Удар от ворот. Вводит Якунин. И выносит мяч вперед. Там, правда, некому цепляться совершенно. Да и вынос не очень удачный. Мураховский там только проводил мяч взглядом. Перехват, заброс вперед. Опасный может момент получиться, но на вынос действуют игроки. Любители, удар поворотом блокирован после выстрела Тимура Измаилова. С боковой. Скидка. Но в штрафной никто не открывается. Удар. Ну, довольно это опасно по сегодняшней встрече. Но в целом не так прям уж серьезно это было. Прямо по центру практически. На месте голкипер любителей. Белокопытов мяч отбивает перед собой. Тут у нас целая куча мячей. Сразу же, ни одного, сразу все решили на поле выбросить. Из-за боковой вводят мяч игроки Миллениум. Филин, по-моему, это, если я все правильно вижу. Или нет, Филин вот сейчас боролся головой. Это не так важно. Здорово, Лукин. Хорошо в обыгрыше идет. Передача отличная. Можно здесь решать. И гол. 1-0 забивает четвертый номер команды любители. Это Евгений Шендрик. Любители выходят вперед. Практически весь матч обороняясь. Весь матч находясь на своей половине поля. Но вот так вот, отобрав мяч, Лукин протащил его. Сколько раз уже Лукин пытался идти в одиночку на практически всю команду. Но сейчас получилось двоих пройти и... грамотная по времени, грамотная по точности передача. И Шендрик в касание в ближний угол ворот Степана Якунина забивает. 1-0. Любители уходят вперед. Пас направо. Попытка в обыгрыш пойти. Неплохая. Удар по воротам. На сей раз Якунин на месте, но таких уже моментов подряд несколько. Это, конечно, не может не напрягать игроков Миллениума. Здесь у нас штрафной удар. Тоже неплохая точка. Навес опасный. Не доходит мяч до адресата. Здесь неплохо. Еще дальше слишком сильный пас от Лебедева. Никто не достает до этого мяча. Назад передача. Якунин налево. Маслов. Лебедев. Пас не проходит. Вступает Лебедев в отбор, но здорово, не мяч отбирают. А здесь атака может получиться. И на 2-0 заход. Удар чуть-чуть просто не везет. Совсем немножко Шендрику для того, чтобы дубль оформить. Якунин даже уже не среагировал на этот удар, потому что, ну, сложно было это сделать, объективно говоря.
Просто повезло. Сейчас Миллениуму, что они уступают пока только 1-0, а не 0-2. А вот это неплохо. Неплохой выход из обороны. И пас, ну, долго очень. С мячом не расстаются игроки Миллениума. Уже момент упущен. Навес, а здесь не пенальти ли? Интересно. Вообще, эпизод хватали за руки, мне кажется, игрока в штрафной. Но судья фол не фиксирует. Остается мяч в игре. И в итоге приходит в руки Олегу Белокопытову. Перехват в центре поля. Тут уже вновь вступают любители в отбор. И мяч ненадолго забирают. А сейчас ответ может получиться. Попов с левой ноги бьет слишком сильно и слишком неточно. Но вот удары. Удары пошли. Не так много их в сегодняшнем матче. Нужно бить, конечно, поворотом почаще, дабы на что-то рассчитывать. Что пока меньше, чем того требует ситуация. Все-таки нагружают голкипера любителей. Надо это делать почаще. Приходит мяч Якунину в руки. Будет он его в игру. Заброс вперед. Здесь можно добороться. Опасный момент. Но должен выходить голкипер. Что он и делает. Вынос вперед. Маслов. Снова. Со второй попытки мяч все-таки сумел отправить дальше. А вот это неплохо. Удар и прошивает. 1-1. 1-1 счет становится. Забивает этот мяч Тимур Измаилов, по-моему, 15-й, да, это был номер. Да, так оно и есть. Удар-то практически по центру получился, но такой силы, что просто не ожидал этого голкипер любителей и пропустил. А тут же сразу же второй подход, довольно неплохой, но будет аут. Вот так интересно сейчас отрезок проводит Миллениум. Взбодрились они и проводят атаку за атакой. Сейчас еще одна, штрафной удар в непосредственной близости от штрафной площади. Лебедев, по-моему, у мяча, сколько я могу видеть. Грешник к нему подошел, тоже что-то обсудил и отошел от мяча. Посмотрим. Лебедев. Четыре человека в стенке по традиции. Справа есть игрок для розыгрыша. Его как раз-таки его пошел игрок из стенки закрывать. Удар поворотом. Ой, как здорово. Чуть-чуть, совсем немножко. Каких-то сантиметров не хватило, чтобы мяч в ворота залетел. Вновь уже Белокопытов даже не прыгал с этим мячом. И тот каких-то сантиметров хоть девятки просвистел. Что ж, 1-1. И игра у нас так немножко раскрылась в концовке тайма. Говорил я о том, что гол должен раскрыть игру, и потихоньку это происходит. Хорошая передача Грешнев. Получает по ногам, грубовато сыграно. Но в рамках дозволенного, скажем так, чтобы желтую карточку не выписать. Маслов таким черпаком забрасывает вперед. Здорово корпусом, и можно забивать. Какой неудачный удар сейчас. Да, шанс у Лебедева был очень-очень хороший. Здорово ему скинул мяч Богачев, но мяч с ноги свалился и пошел в район углового флажка. 40 секунд осталось в первом тайме. Не то чтобы было много пауз. По идее, судья не должен добавлять особо времени. Поэтому, наверное, одна из последних атак в тайме. Хорошая скидка, удар поворотом прямо по центру. И шанс еще есть на атаку у Миллениум. Здорово, отличная передача. Есть забегание слева. Можно наградить партнера передачей, но сам идет игрок. Стоит с мячом. Лебедев. Пас направо. Прострел. И будет угловой, по-моему. И даст, я думаю, еще судья этот угловой провести. А вот дальше уже, наверное, будет свисток. Розыгрыш, видимо, будет. Или же подача, наверное. Нет, подача. Прострел. И все. Перерыв. 0-0. Равная игра. Ой, 1-1. Конечно, прошу прощения. Игра такая, знаете, на 0-0. Скорее. Но все-таки смогли команды по одному мячу забить в концовке тайма. И с ничейным счетом на перерыв уходит. Вернемся во втором тайме.
Второй тайм начинается 1-1. Такая вязкая встреча у нас, без практически моментов, но к концовке тайма что-то начало проклевываться у тех и у других, но в первую очередь, наверное, у Миллениума. Подряд, наверное, 3-4 хороших атаки провели и могли что-то придумать. У нас тут, кстати, уточнение. В перерыве Мустафин играет не под 55-м номером, а под 26-м. Неправильно заполнили протокол игроки. Ну или кто там заполнял, любители, не знаю. В любом случае, отмечаем. Удар поворотом выше цели. Отмечаем еще тот факт, что Олег Белокопытов к своим очкам добавляет еще и новомодную кепочку. Но здесь дело не в моде, потому что просто солнце светит с этой стороны. И нужно, конечно, видеть, что там в тебя летит. Поэтому кепка сейчас как раз кстати ему будет. Посмотрим, поможет, наверное, ему сейчас. Помогает, да еще как. Какой мяч тащит сейчас Белокопытов из левого нижнего угла. Ну, там такой на средней высоте мяч летел. Очень тяжелый удар, но спасает голкипер любителей, вставляя счет равным 1-1. Мустафин. Маслов мяч не перехватил. Оставление, вынос. И забирают мяч Миллениум. Подальше. Вперед. Здесь так с локтем на самом деле шли игроки обеих команд в этот стык. Но, на счастье, никто никому не заехал по лицу. Все в порядке. Здесь отбор от Богачева. И мяч покидает пределы поля, будет угловой. Хотя думал игрок любителей, что мяч уходит от соперника. А здесь еще и штрафной. Опаснейший свои ворота привозит. Да, точка неприятная. И там Измаилов, судя по всему, готовится штрафной наносить. Три игрока в стенку ставят Белокопытов. Даже 4. Мне кажется, лишнее здесь. Ну, посмотрим. Удар поворотом и гол! Ну, вот начни лишнее. Все-таки ушел тот самый 4-й. И как раз в эту зону отправил мяч Измаилов. 2-1. Миллениум впереди. Дубль из Тимура Измаилова. И выводит он свою команду вперед. Впервые в этой встрече. Нужно любителям отвечать, пока этот отрезок, начинающийся с концовки первого тайма и начала второго, пока совершенно остается не за ними. Мустафин направо. Борьба там продолжается и покидает мяч в пределы поля. Штрафной удар. Неплохая точка. Отсчитывает арбитр положенное расстояние для стенки. Вот здесь уже 2 человека в стенке. Ну и что здесь будет? Удар поворотом, ну, слишком высоко, слишком сильно. Далеко и не точно. Удар от ворот. Якунин вводит мяч в игру. Скидка. Это защитник любителей не проходит. Уходит в аут мяч. Ну и пауза у нас возникает здесь. Возвращается мяч в игру. Отбор ставится за любителями. Неплохо. Мяч в игре, поэтому свистка нет, хотя там было нарушение правил. Вот это неплохо. Достанет ли мяч? Нет. Не успевает. К этому мячу игрок Миллениума тут уже
Белокопытов что-то как-то запожарил, хотя вроде ситуация к этому не располагала. И в итоге потеря на ровном месте. Из-за боковой любителя. Миллениум будет мяч водить. Ждем, пока мяч вернется на родину. Но, видимо, не вернется. Берут второй. Запасной. Вот, да, только сейчас он прилетает. Хороший пас. Стеночка. Неплохо. И с левой попытка пробить. Вот Измаилова. Удар сегодня у него, конечно, идет, но раз идет, почему бы и не пробовать. Еще и еще. Зарабатывает он угловой этим ударом. Удар поворотом вновь накрывается, но успевают здесь вернуться защитники Миллениума назад. Достать этот мяч, конечно, уже... Хотя нет, он достает. А, снова игрок Миллениума мяч, казалось бы, уже мертвый совершенно. И даже атака довольно неплохая. Могла бы получиться, но сейчас... Любители попробуют атаку начать. Правда, высоко их сразу же прессингует Миллениум. И мяч довольно легко отбирают. Филин. Пас назад. Не очень удачно, но Якунин спокойно мяч возьмет. Спокойно обработал и вынес вперед. Здесь скидка неплохая. Лишают тут мяча Попова. И опасно может получиться. Зиновьев. Пас пытался отдать на набегавшего партнера, но успели здесь защитники Миллениума вернуться. Перекрыть момент передачи. А вот здесь можно ударить поворотом и забить. Почему бы и нет? 2-2. Счет становится... Забивают любители. И счет в матче сравнивается. Ну вот, атакуют одни, забивают другие. Такое тоже бывает. Счет снова равный. И снова нужно Миллениуму, наверное, в первую очередь все-таки возобновлять давление на оборону соперников, как у них это получалось минутами ранее, поскольку, ну, игра давалась, как казалось, игрокам Миллениума до этого пропущенного мяча. Заброс вперед. Ну, а здесь фол. Фолят на Измаилове. Штрафный удар, да, далеко. Ну, Измаилов сегодня уже состав штрафного забил. Там, конечно, было намного ближе. А отсюда можно, я думаю, разыграть. Измаилов так смотрит, да, кому бы разыграть. Отдает передачу неплохую. Прием мяча тоже хороший. Удар поворотом. И что? Здесь как-то странно. Белокопытов действует. Может быть, не увидел момент удара или что-то такое. Но совершенно простецкий удар. Ногой отбивает как-то очень неуверенно. Почаще, видимо, надо бить издали поворотом. Испытывает какие-то трудности, возможно, из-за солнца. Голкипер. Любители. Угловой удар, подача на подборе Измаилов, пас направо, Маслов, а вот это неплохо, удар поворотом от Алексея Богачева не получается, но там мяч кого-то коснулся из игроков любителей, поэтому корнер, пошел Богачев исполнять, здесь у нас на подборе. Большие силы игроков Миллениума. Там Алексеев, Измаилов. Заброс кулаком. Измаилов. Какую свечу-то зажигает. Мяч, по-моему, даже в поле остается. Удивительное дело. Игра продолжается. Алексеев. Назад. Передача на Маслова. Маслов. На фланг. Это неплохо. Филин. Лишает его мяча. И контратака. Получится или нет? Не получается. Отбор очень хороший. Вот, по-моему, как раз Измаилов это был. И фол
снова штрафной, будет ли вновь быстро разыгрывать, не знаю. Не берусь судить. Нет, видимо, все-таки будет попытка удара, подачи, прострела, заброса, наброса. Все вот это вот в одном. Сейчас будет исполнять Измаилов. Ну, прострел выбрал низом под стенкой, но стенка не подпрыгнула. Маслов. Налево. На Филина. Обратно на Маслова. Заброс вперед. Измаилов здорово. Еще лучше. Ой-ой-ой, как же... Ну, не знаю, я не думаю, что это настолько уверенность в себе от Олега Белокопытова. Мяч там, не знаю, может быть, полуметре, даже меньше от штанги прошел. Он настолько уверенно его пропускал, что даже как-то непонятно, честно говоря, что это было. А здесь ошибка от голкипера уже Миллениума. И прощаю сейчас нападающие любителей. Аплодисмент здесь от партнеров. Суфляев, Мустафин аплодирует этому действию своих нападающих, но голом оно не закончилось. Пас-центр. Дойдет мяч до Измаилова. Пойдет на обыгрыш, но здесь два игрока против него. Тем не менее, очень здорово накрутил. И Филин, наверное, нет, не отдает передачу на партнера. Делает подачу. Удар по воротам и подставление. Попытка подставления, точнее. Мяч мимо ворот идет. Ну вот больше 10 минут сыграли уже во втором тайме. Ну и пока, конечно, поинтереснее смотрится Миллениум в атаке намного, нежели их соперники. Посвежее выглядят. Вот сейчас замена произошла. Появился на поле Лебедев. Подбор забирают любители. Передача, правда, прерывается сразу же и перехват. Ну такая передача не очень удобная. Измаилов мяч обработает и сразу же в борьбу получается. Ну вот Измаилов мяч вниз опускает. Правда, тяжелый пас, но по ногам так достается. Неприятно Богачеву. Прихрамывая, он отправляется в район штрафной площади. Маслов направо. Грешнев. Тут тоже, по-моему, фол был, но судья не фиксирует. Мяч остается у Миллениума. А здесь Маслов немножко заигрался. И мяч практически потеряли. Так, ну вновь какие-то придумки от голкипера любителей. Неизвестно, с чем это связано. Ну да ладно. Жесткий стык. Мяч в игре. Измаилов. Неплохо. Попов. Есть зона перед ним, но там уже некого подавать. Я попробовал, мяч уходит. Да, ваут. Будет его любитель водить. Правда, здесь тяжело куда-то вести адресно, поэтому есть риск мяч потерять. Филин зажигает свечу. Остается мяч под контролем любителей. Пас налево просится. Получается, это передача. Удар по воротам спасает Якунин. Давно мы эту фамилию не называли, но вот сейчас пришлось ему в игру вступить и выручил свою команду вновь после череды атак, получая на свои ворота контратаку игроки Миллениума. Вот еще одна попытка, вот это очень неплохо, это ли не пенальти? Пенальти! Пенальти! Спорная ситуация, честно скажу. Похоже было на задержку руками, но настолько ли она была криминальная, чтобы давать за нее пенальти, не знаю. Но в любом случае Лукин у мяча. Лукин против Якунина. Важнейший момент игры. 15 минут сыграно. Полтайм позади, полтайм впереди. 15 минут сыграно. 15 номер у мяча. Разбег, удар и мимо ворот! Развел голкипер и мяч по углам, но надо еще для того, чтобы забить, попадать в створ. Лукин этого не сделал. Еще по-прежнему равный. 1-1 в атаке Миллениум. Теряют мяч. Мустафин его отбирает. Идут дальше игроки любителей.
теряют мяч. Жесткий сейчас стык получается. И мяч в итоге приходит к игрокам Millennium вновь. Вновь у нас тут пауза. За боковой. Выброс мяча. Попов. Налево. Хороший перевод здесь Грешнев. Ну и до Маслова в итоге доводят. Да и вообще до Якунина. Попытка прессинговать. Опасный пас такой от Якунина. Но прошла передача. Маслов хороший пас вперед. Еще дальше передача. Филин получает пас. Может двигаться в центр и бить сам. Нет, дает передачу очень хорошую. Измаилов удар в ближний. Спасает вратарь. Угловой. Не проходит передача. Остается с мячом. Миллениум. И вынос подальше. Маслов мяч забирает и дает назад на Якунина. Грузит вперед Якунин. Там надо как-то цепляться за этот мяч. Не получается у Кирьянова это сделать. Отбор от любителей. Но тут же потеря. Снова мяч не ходит, не держится у любителей. Но такие вот ошибки иногда могут им для них сыграть добрую службу. Суфляев головой отыгрывает неплохо. Пас налево. И прессинг от Миллениума в количестве 4 человек. Он дает свои плоды. Филин забирает мяч. Отдать, правда, некому. Только в обыгрыш идти. И потеря мяча. Мустафин догонит этот мяч. На левом фланге. Удар поворотом. Неприятный такой со скоком от газона. И переводит Якунин мяч на угловой. Свеча опасная сейчас на штрафной. Можно было замкнуть. Не удалось. Вынос тоже не получается. Удар поворотом блокирован. Измаилов не дали ему пройти. Мустафин. Зиновьев. Налево передача. И сбивают сейчас Михаила Черикова. Хорошая точка тоже. Практически по центру. Но, видимо, настроены разыгрывать. Нет. Видимо, будут подавать. Или же розыгрыш. Да. Второе. Суфляев. Как-то не ожидал такого паса. Не сразу пошел на мяч, но в итоге сохранили его. Опасно. Удар поворотом выше. Бьет Зиновьев. Мяч немножко свалился с ноги и ушел дальше от ворот. Вновь жесткий стык, но вот как-то уже и у любителей что-то стало получаться. Давненько мы не видели их в атаке, а сейчас атака одна, вторая и гол. 3-2. Снова любители вперед выходят. 3-2, и это Никита Зиновьев. За 11 минут 11 секунд до конца второго тайма. Во второй раз в этом матче любители вырываются в лидеры. Ну и, кстати, вполне себе заслуженно. Именно по вот этому отрезку пара-тройка хороших атак получилось. А вот здесь у нас штрафной удар. Но это желтая. Желтая Мустафину. То, что не отошел на положенное расстояние при пробитии штрафного удара. 'Что-то долго он там обсуждает с арбитром. Но в итоге, по-моему, все равно не соглашается с решением судьи. Видимо, по какому-то еще предыдущему эпизоду этот спор начался. Мустафин, тяжелый мяч. Ой-ой-ой, жесткий стык. И не факт, что кто-то вообще до мяча добрался здесь. Но Мустафин на газоне и требуется ему помощь.
Да, затягивается у нас эта пауза, вот только сейчас поднимается на ноги Мустафин. И не факт, что он может игру продолжить. Прихрамывает очень так серьезно, довольно. И, видимо, будет замена, но замена-то есть вообще у команды любителя. По-моему, один человек у них в запасе, но, видимо, не сейчас эта замена произойдет. Мустафин на поле остается и уже вступает в игру, и даже правила нарушает, ему поаккуратнее быть бы, у него желтое имеется. Но, конечно, за такое нарушение желтое ему не дадут, но по совокупности, что называется, иногда судьи подобные решения принимают. Штрафной удар. Лебедев у мяча, два игрока в стенке. Попов рядом, можно разыграть. Нет, розыгрыш идет на Маслова, но слишком сильный пас. И в итоге просто отдают мяч сопернику, игроки Миллениума. 8 минут с небольшим осталось играть. Конечно, такая качельная у нас игра. То одни владеют инициативой безраздельно, то другие. То игра на встречных курсах, то и те, и другие закрываются. В общем, все, что только можно в этой игре происходит. Удар по воротам. Спасает голкипер. Еще одна попытка. Это уже не опасно. Ну и пока 3-2. 3-2, я напомню. Любители впереди. И надо Миллениуму как-то отвечать в ближайшее самое время. Удар издали. Интересное решение. Зиновьев пытался пробить, но мяч на ноги сваливается. Пас вперед, но вот уже любители большим числом назад возвращаются. Уже практически никого не отправляют в прессинг. На чужой половине поля только два человека. Пас неплохой, еще дальше передача. И на фланг. Лебедев, ну фолит, да, однозначно, конечно, здесь Денис. Без каких-либо вопросов. Будет аут. Неплохо. Фол. Это фол, и это даже может быть и карточка. Нет, не дает карточку арбитр. Хотя врывался там уже игрок любителей на практически рандеву с вратарем. Обошелся сейчас. Лебедев. Повезло. Штрафной, тем не менее. Хорошая точка. Чериков у мяча, тут рядом еще и Мустафин, но Чериков будет бить сам, бьет по воротам, но это скорее была подача. Момент не упущен, удар через себя, но, конечно, слишком слабо, такое не залетает. Пас назад, ой, как опасно действует сейчас Якунин. Чуть не подарили мяч, конечно, очень обидно было в такой игре. Вот так вот шансы свои потерять. Пока шансы еще имеются у Миллениума на то, чтобы эту игру спасти, ну и даже теоретически выиграть. Хотя времени, конечно, не так много. 5:45 осталось играть в атаке Миллениум. Пока что таких уже до загрузов уже дело не доходит пока. Но в скором времени, я думаю, уже перейдут на такие навалы в атаке. Неплохо. Хороший пас. И жесткий стык и срубают там Нетылькина. И судья что-то дает, угловой или штрафной удар? Не совсем понятно. Судя по всему, что судя по тому, что игроки Миллениума штрафной не находятся, наверное, все-таки штрафной. Да, именно так. Пять минут. Последние 5 минут осталось играть в этом матче. И
все силы надо активизировать Миллениуму, чтобы встречу эту спасти и забрать хотя бы одно очко. Не думаю, что они наиграли на поражение по игре в таком матче. Кирьянов. Хорошая передача, но завозился сейчас с мячом Богачев. Разворачивался очень долго. И мяч в итоге потерял. Вынос вперед. Здесь один совершенно Маслов. Выигрывает воздух. Хорошая скидка. Кирьянов. Хороший финт заложил, но просчитал его действия защитник. Еще дальше пас. Кирьянов. Прострел. Удар по воротам. Мимо. Не попадает. Богачев в створ. Сваливается мяч с ноги снова. И в пустой дальний угол направить мяч не получилось. 4 минуты. 1 минуту убили игроки любителей. Надо еще так 4 же сделать, и тогда победа будет за ними. Мяч остается в игре, в атаке. Удар по воротам и гол. 4-2. Ну и теперь, наверное, уже все. По-моему, вновь это был Никита Зиновьев. Тяжелейшая, конечно, встреча выдается. Да, именно Зиновьев это и был. Забивает в дальний угол. И, судя по всему, победа никуда от любителей не уйдет. Но. 3 минуты еще играть. Дождемся финального свистка. Время еще, хоть его и мало, но оно еще есть. И вот так можно было забивать, но как же не забивать-то сейчас? Но пенальти. Пенальти ставит главный судья. Не позволил там кто-то из игроков забить этот мяч Богачеву. Желтая карточка. Я так понимаю, капитану команды, да. Не Тылькину, желтая, да. И Маслов у мяча за 2.20 до конца этой встречи. Нужно сейчас обязательно забивать. И тогда будет еще время на финальный штурм у Миллениума. Маслов. Удар, гол. Надо брать мяч быстрее и бежать к центру поля. Обманул Маслов Белокопытова. 4-3. Вот это встреча, конечно. Увлекательнейший матч. Все еще может быть. Рано мы хороним Миллениум. Они еще могут эту встречу спасти. Но пока что надо им обороняться. Фол и штрафной удар. А, фол в атаке. Мяч у Миллениума. Здесь не дает Зиновьев быстро мяч разыграть. Пас на Филина. Проходит передача. Тяжело остановить, но останавливает Филин мяч. И вынос уже на отбой действует. Игроки любителей. Минута 10 секунд остается. 70 секунд в этом матче надо продержаться. Перехват. Это желтая. Должна быть Маслова по-хорошему. Остается с мячом любители. Шендрик. Удар по воротам, ой, как везет-то сейчас. Мяч мимо проходит, и отложенное, да. Будет отложенное желтое Маслову, оно и понятно. Не мог он ее избежать. Все верно, арбитр расценил. И 40 секунд, надо уже загружать, пожалуй, в штрафную. Какие тут особенно розыгрыши, но пытаются низом. Игроки Миллениума довести мяч до чужих ворот. Это, конечно, похвально, но насколько это... реально сложно сказать. Фол в атаке, и возможно это все уже, потому что осталось 20 секунд, мяч приходит к любителям. Добавит что-то судья? Ну, не уверен я в этом. Не было, ну хотя была пауза на самом деле, когда лежал Мустафин. Я думаю, да, как раз таки за нее могут накинуть. Да и все, пожалуй, но минутка две возможно есть еще у Миллениума, но не более того.
Но пока надо мяч отобрать, чтобы что-то пытаться создать, а мяч отобрать получается только сейчас. Неплохо. Хороший выход из обороны в атаку. Ужаснущий просто прием мяча. Вот. Кирьянова. Мяч улетает за пределы поля. Берут запасной. Быстрее. Нужно мяч в игру вводить. Лебедев. Маслов. В центр передача. Ставит корпус здесь. И не было ли нарушения? Не было нарушения, считает арбитр. Кирьянов. На фланге. Прострел ему провести не дают. Мяч остается под контролем Миллениума. Из-за боковой. Маслов. Загруз штрафную. Но тут никого нет совершенно. И мяч приходит в руки голкиперу, который, конечно, долго будет с этим мячом еще возиться. Высматривать, кому бы сыграть. И вынос вперед. Но это еще не последнее касание в этом матче. Свисток сюда не дает. Значит, еще играть сколько-то нам осталось в этой встрече. Маслов мяч отбирает. И может атаку провести еще Миллениум. Хороший пас. Не проходит пас, но тем не менее мяч остается у Миллениума. Еще дальше. Передача не проходит. Из-за боковой. Быстро назад. Передача на Маслова. Налево. Еще дальше пас. Здесь попытка остановки сделать. Что-то такое хитрое. Но сейчас хитрого не нужно. Уже штрафной Якунин пошел. Посмотрите, еще даже не стандарт. Якунин чужой штрафной. Нужно грузить вперед. Лебедев. Неплохо. Удар по воротам мимо ворот. Ну зачем же бежал вратарь, если на него не грузить? И все. Заканчивается встреча. Победа любителей. Тяжелая, волевая, но все-таки победа. И любители набирают свои первые 3 очка в этом розыгрыше Кубка ЛФЛ. Поздравляем их с этим. Ну а Миллениуму желаем не расстраиваться. Все-таки игру команда местами показывает очень-очень неплохую. На этом наша трансляция подходит к концу. Для вас сегодня эту встречу прокомментировал Владимир Злотин, оператор трансляции Анна Баева, Илья Бадакин, режиссер трансляции. До новых встреч на матчах Кубка ЛФЛ на ЛФЛ ТВ. Всем пока!